Золотой матч, но тем не менее, там Зенит-Краснодар 2-2, и такая концовка вообще, конечно, феерическая. Ну, тут, если про стимул говорить, но состав поставили всех бразильцев. Понятно, что был главный человек, было празднование запланировано было. Конечно, надо было достойно сыграть. И это как бы радости много у них было, когда они сравняли на 97-й. Ну, игра, ну вот опять же, вот я говорю, если сравнивать, как раскачивает в позиционной атаке Спартак и как Зенит, ну, да. Зенит, ну, они, ну, ты видно, что они создадут. То есть тебе надо перекрывать и фланги, надо перекрывать, и середину надо перекрывать, то есть перемещаться. Потому что ты видишь, что туда могут отдать между линиями, развернуться, может стенка, может низом нападающего быть, да, то есть там Малком может уйти пробить, там фланги, да. Ну, то есть они так нагнетают. Все, что есть в позиционной атаке, все использует. Зенит все использует, и в основном это короткие средние передачи. Ну, то есть они раскачивали. Ну, как игра сложилась, там Малком забил, ну там все, ну там понятно, под левую ушел, забил, там разыграли, вроде правильно сыграли. Этот Клаудиньо выдвинулся туда 2 в 2, да, но его обыграли. Банец тоже попал. Там, ну понятно, что посолиднее выглядел. Не, ну надо сказать, что они оставили игроков. Спирциана, Кордоба не было, но это потери, да, Рамирес. Ну, как не то, что ну, для этой игры, это потери, да. То есть они их готовят кубку. Ну что, сыграл достойно Краснодар, они не проиграли, то есть сопротивление такое было. Игра сложилась нормально, то есть они два мяча забили. Угу. Ну, а эти дожали. Опять же, ну мне нравится, как они не в панику ходят. Зенит, да? Ну да, они гроют, то есть они спокойно, у них все под контролем, и они раскачивают до последней минуты все это дело. То есть опять у них все компоненты есть в позиционной атаке. И они одинаково мощные. Понимаешь, то есть там сложно перекрыть. Все перекрыть, да? То есть когда на протяжении долгого времени они раскачивают, там фланг, потом поменяли, там левый фланг, там могут пробить из-за штрафной, там могут разыграть, у тебя насыщенная середина должна быть. Ну тяжело, ну докачали как? Ну там Матвей, опять, я не знаю, но мне показалось... Не, ну фола, наверное, не было, хотя... Не знаю, во вратарской можно вратаря трогать, нельзя трогать, потому что он столкнулся-то с игроком Зенита, но он, Ерохин, он просто выпрыгивал. То есть он не, я не увидел никаких движений, знаешь, к Сафонову, что это, можно сказать, нарушение правил. Я думаю, что правильно засчитали. Но Матвей, ну, мне кажется, кулаком иди. Я, конечно, не вратарь, вот это как раз эта тема, которая к вратарям. Ага. Но мне кажется, мне показалось, что он хотел поймать этот мяч. А мне кажется, иди там, выбивай его просто, ничего бы не было. Ну, на мой взгляд, да, даже если он тебя толкает, там можно одним было идти. Но опять же, я говорю, это вратарям, им там самим разбираться. Вот, ну а что, у Краснодара, у них позиции совсем спокойные, это не как у Урала. И, ну, кубок, основная тема. Вот они ее как бы развернули так, что часть игроков основных... Не приехала просто, да. Просто не приехали, да. Ну и Зенит дожал праздник, то есть для них, конечно, ну, для них важно было не проиграть, поэтому они так и радовались, когда гол забили второй там на 97-й. Ну вот, а так по игре, ну она игра, я говорю, то есть когда что-то решает, это все равно что-то другое, настрой другой, и, ну как бы другое, волнение другое, знаешь, такой нерв игры, он другой, когда что-то от этой игры зависит, от результата этой игры, а так... Тут зависело только, что «Зенит» пришел, народ, празднование подготовили, они проиграли, конечно, чуть смазалось, но все равно порадовались бы так же, как и... Не, ну там почему проиграли? 2-2? Нет, если бы проиграли. А, если бы проиграли. Да. Ага. А так, ну все, как бы, и тем нормально, и тем... Слушайте, ЦСКА «Торпедо», игра судьбоносная для «Торпедо», команда вылетела в итоге, ну и ЦСКА, все, второе место, поднялись на второе место. Что вы скажете по поводу этой игры? Ну что, ну на пятой минуте опять они привозят «Торпедо», да. Себе, то есть они там готовятся, берет головой, отдает, да, и дает, да. Такое преимущество, то есть ты понимаешь, что в принципе все. На выезде ЦСКА там надо держать ноль и надеяться на то, что ты как-то там забьешь. Там, я говорю, опять же, пенальти там, и еще что-то, там, стандарт какой-то. Ну а так все. ЦСКА не меняется. То есть они, опять же, и схема та же, состав понятный, и манера игры понятная. То есть они два забили достаточно быстро и, в принципе, потом доигрывали. А, опять же, я говорю, они так не дожимают, но видно, что они играют ну, в удовольствие. То есть, ЦСКА, если брать там, например, ну я говорю, вот у меня ощущение, что они не выжимают до конца все.
даже когда в один мяч выигрывали, у меня ощущение, ну вот там прошлую игру, там, ну 2-1, правда, на 97-й там они получили, но все равно не важно. То есть они с запасом играют. Ну вот, и ну что, хороший гол, передача, это Заболотный здорово отдал Облякову, то есть это вот передача, когда по центру и открывание, в ногу вложил, Обляков забил опять, и вот это пенальти тоже, вот сколько мы говорим, ну ты подработал, да, когда вот опережают нападающих. Он еще голову, хорошо головой хоть крутил, он посмотрел, что бежит на подачу и дал ему. Он его опередил, он его как дал, блядь, пенальти. Не, ну торпеда что, торпеда давай, все, я им в первую лигу, как бы путь туда, стадион пусть достраивает, Калатет там подготовит, я не знаю, не подготовит. Сейчас он пару раз слетает куда-нибудь, я на него посмотрю, на Калатета до этого. А так, ну что, ну заслужили, ну потому что, ну это очень мало, 13 очков, да. Я не помню, кто набирал, но еще 3 игры осталось, я там думаю, без шансов. Что они где-то что-то зацепят, но это совсем мало. То есть там, ну ладно, там 25, там ты вылетаешь с 25, там 27, там, ну обычно как вот борьба идет, это под 30 и за 30, а тут 13 и 3 игры до конца, ну это полный провал, но это им разбираться. Вот. А ЦСКА что, идет вперед, я говорю, уверен, сейчас вот сейчас дерби Спартак, ЦСКА, посмотрим, что там из этого получится. Но... Но что, даже... что выстрелил Федотов, на ваш взгляд? Ну, что, он выстрелил то, что выстрелил. Но схема, все, он ничего не меняет, как было в Сочи. Ну что, Сочи, Федотов. Сочи третье место, потом второе место. Угу. Сейчас на втором идет. Ну, то есть он в тройке с командами по одной схеме. Ничего не... Он вообще ничего не меняет никогда. Он даже в два нападающих не играет. То есть у них 2 опорных, 3 нападающих и 5. То есть, ну, то есть вообще ни сдвига ни влево, ни вправо у него вообще никаких нет. То есть это говорит тоже о стабильности. Знаешь, ну, даже если там неудачные какие-то моменты, все равно все как бы тут люди. Я говорю, вот тут вот тренер, гибкий тренер. Ну, когда ты вынужден вот, ты гибким тренером быть, потому что ты понимаешь, что если ты в 4 играешь, тебе грузит и грузит, у тебя уровень игроков такой, да, ты начинаешь выстраивать там в 5, например, да, когда ты думаешь о том, ну, сначала думаешь, чтобы не пропустить. А тут сбалансировано все. То есть они в атаке, подбор игроков. То есть если оборону взять, вот эту пятерку, ну она, ну и Медина, ну как бы это нападающий сейчас играет, ну и тоже ничего страшного не происходит. Наоборот, нормально все у них. Ну вот, и поэтому что он сделал? Он сделал то, что он делал всегда и везде. Я не знаю, как Оренбург там, но это я уже не помню, как он играл. А то, что в Сочи, один в один все, что в Сочи. Схема одна и та же, вообще даже... На 5 минут он ничего не меняет ни в одной игре, какой бы счет там ни был. Вот. И манера игры, она, ну, она вот такая. То есть маневр, каждый знает свой маневр. Там единственное, можно Облякова там ставить правым нападающим, да, но он может уходить как десятка, например, туда вот уходить. Да, но это нормально, это обыкновенные вещи. Ничего там такого нет. С чем вы связываете такой взлет Облякова? Да ну с чем, что я забил, ну уверенность. Уверенность, и команда уверенно себя чувствует. Я считаю, наверное, все-таки с позиции на поле. Это его позиция. То есть одно дело латераль играть, одно дело опорного играть. Он же опорного тоже там какие-то играл. А другое дело там. В атаке, особо с 5 защитниками особо они в обороне не распыляются. То есть они так сужают, у них 5, там 4-1, например, сужают. То есть много бегать не надо, со своим добегать не надо. Силы как бы экономятся, ты и в обороне. Для команды эффективен, что тоже тебе придает уверенность на самом деле. Когда ты в обороне, когда ты без мяча себя уверенно чувствуешь, знаешь, что делать, у тебя получается это, то тебе это и с мячом дает уверенность. Это вот, кстати, закономерность такая, ну, прям серьезная. Потому что не может человек без мяча не понимать, что делать, а с мячом быть в порядке. Такого в футболе не бывает. На самом деле, если ты, ну, если ты не Месси, который просто кидает якорь, да, ну, то есть в обороне вообще не участвует. Ну, таких в современном футболе таких нет. Игроков, ну, то есть игры выстраиваются, то есть все обороняются, там, все атакуют. Mm-hmm. Вот, поэтому я думаю, что первая это позиция, а второе, что у него там получается, он забивает, отдает. А как, когда у тебя проходит, обыгрывает, у тебя все проходит, ты уверенность приобретаешь, плюс результат у команды есть, это все вместе. Игорь Михайлович, вторая часть 27-го тура, ну и, конечно, вот этот матч «Крылья Советов-Локомотив», то, о чем как бы мы вот говорили,
плавно к этому мысль подводя, да, о том, что Самара-то будет в итоге бороться за выживание, и вот это произошло. Это, то есть по результатам этого тура Самара уже в топ 4 тех команд, ну, топ это иронически немножко, внизу, которые будут бороться за выживание и будут бороться за место в РПЛ. Вот ваша точка зрения на эту игру, потому что, ну, все-таки не было Дзюбы, не было Макеева, у которого кресты. Что вы увидели в этом матче? Ну, я увидел, нет, ну, во-первых, 4 поражения подряд было у Крыльев. Великолепный кофе. Можем ли мы озвучить, кто его делал? Не надо. Лучше не надо, да? Да. Хорошо. Но не дома мы делали. Это важное уточнение. Да, потом, да. Вот. 4 поражения подряд, но это такое. И они такие тяжелые. 4 поражения для такой команды, как Крылья. Все-таки мы ее все равно рассматриваем как молодая, не имеющего опыта, имеющего опыт, например, выхода из первой лиги в премьер-лигу, но не имеющего опыта бороться за выживание премьер-лиги, потому что у них, ну, если я не ошибаюсь, у них 2 сезона, как бы они спокойно себя чувствуют, по-моему, 2 сезона, да? То есть они, у них таких проблем не было, они были в середине, там где-то между 8-10, там, ну, вот, а здесь концовка, оставалось 4 игры, да, сейчас остается 3, где, ну, от тренера многое зависит, ну, и также от игроков, потому что удары-то сильные, как, в каком плане? То есть вот это убийство в Нижнем, ну, я считаю, ну просто приговорили. Угу. Да, это удар. Ну, то есть и для тренера тоже что делать? Там валить на судейство с одной стороны, с другой стороны, как надо держать. Ну, то есть такая опасная вещь, когда внутри начинаешь говорить про судейство, и игроков может понять, ну да, нас убивают, а мы в порядке. Ну, такая вот очень, очень тонкая вещь. То есть ну, можно об этом говорить, но аккуратно. Потом у них получается 2 желтые с «Зенитом», 5 от «Зенита» получают, 2 желтые, ну, играют, в первом тайме уже удаление у них в 2 играх. Ну, то есть это тоже бьет очень, ну, так сильно. И с «Краснодаром» они на 88-89 минуте получают гол, опять 60 минут играют в десятером после глупейших карточек. Тоже бьет, то есть внутри надо как-то это налаживать, как-то надо об этом, ну, об этом говорить, да, то есть и ты понимаешь, что ты, ну, ты подвисаешь. То есть ты смотришь расклад, таблицу, понятно, не надо смотреть, надо играть каждую игру, но опять вот мы как говорили, ты вроде на себя надеешься, у тебя где-то что-то не получается, а тут берет факел и 3 победы подряд. Да. Вот, и ты туда опускаешься. Что ты, в принципе, не, ну, ты не ожидаешь. Если ты вот так вперед заглядываешь, смотришь на другие команды, там может выстрелить откуда угодно. И поэтому, понятно, у них главная, ну, как бы задача, ну, на мой взгляд. То есть здесь очень опасно кричать, давай, там, нам надо победить во что бы то ни стало, там, шашки на голо, пошли туда. Я думаю, что игру они готовили, что им важно было не проиграть. И хорошо, что они забили первый гол, ну, как бы, ну... Вернули Ломаева. Я думаю, вот там, я тебя помнишь, там я тебе говорил, о чем он его не поставил. Я думаю, что он его подуспокоил этим. Потому что, еще раз повторю, парень нормальный, качество хорошее, ну, вратарский, да. Но немножко он сумбур такой вносил туда вот своими выходами, вот когда он выбегает, потом начинает там истерично пихать кому-то, когда, в принципе, сам виноват, ну, в каких-то моментах, да, то есть... Вот здесь, мне кажется, он его успокоил, я его более спокойным увидел сейчас в этой игре. То есть тоже важно, здесь надо вообще все складывать, потому что, я говорю, стыки – это очень опасная вещь будет для них. Они это вообще не, ну, они туда не попадали, ну, включая тренера. Ну, тренер, как бы, я верю, потому что он их хорошо знает, да, то есть они играют, в принципе, неплохо, но бодаться там против этого убийства в Нижнем, потом бодаться в десятером против Зенита и Краснодара по полтора тайма почти, но это, ну, это жестко. И я говорю, это эмоциональные силы, и физические силы, и результата нет. Ну, это тяжело. Поэтому, ну, на мой взгляд, они молодцы. То есть отыграли там, если опять у них потери, ну, я уже говорю, Коваленко, Ежов. Ну, Зуев неудачно сыграл, потому что я его фамилию в первом тайме, я его не слышал. Угу. Вот он играл там слева, да. Там Горе неплохо выглядел. Потом, ну, вот этот выбор у них. Но впереди, середина, ну, как бы они нормально отыграли. И моменты были, забили гол первый. То есть вот так, если по игре, ну, я говорю, ну, видно, и они понимают, что, ну, только, ну, не проиграть вот это вот, да, но уверенно достаточно, да, что все равно у них рисунок был, у них моменты были. То есть они от игры, от своей, так вот, ну, не отходят. Вот начало, понимаешь, начало второго тайма, они ведут 1-0, и они такую вот пропустили быструю атаку, ну,
То есть, мне кажется, знаешь, когда ты ведешь, когда ты в такой ситуации, ну, посыл должен быть не второй забивать, да, но я там... Ну, сохранить просто, вы имеете в виду? Ну, постараться, но, по крайней мере, ты не должен пропускать быстрые атаки. Вот, вот такая вот вещь, да, и они ее пропустили, но там Локомотив разобрался здорово. То есть, они просто качественно, они ушли, и Глушенков он и отдал. И просто включился, там человек тоже в полную за ним бежал. Ну, то есть они догоняли. Но это и самая опасная вещь, когда ты начинаешь бежать лицом своим к своим воротам, не когда ты встречаешь, знаешь, у тебя народу хватает, чтобы сузить и затормозить, чтобы сходу не завершили, да, чтобы твои партнеры вернулись. У них вот такое атаку не пропустили, причем в начале второго тайма. Ну, бывает там, потому что могла их атака быть и... Ну, то есть не очень аккуратно они вот сзади сыграли, на мой взгляд. Но опять же, это подготовить и сказать, так, ну так по ситуации так получилось. Вот. Но и качественно, еще раз, он улетел, прям за ним в полную бегут, он его догнать не может, он прям оторвался, ну, обработал, туда отдал Изидору, Изидор убрал, исполнил. Ну, вообще, ну, очень качественный гол. И так видно, что Локомотив качественная команда, конечно, они по контролю мяча, то есть видно, что они так солидно выглядят. Сейчас. И, конечно, надо было. Конечно, лучше было выиграть крыльям, понятно. Но если бы они проиграли, это еще больше удар. Все равно одно очко до конца три игры. Смотрим на таблицу. Что одно очко, оно, ну, это, ну, реально на вес золота, потому что оно может стать решающим. Там, ну, у них, помните, мы говорили, что тяжелейший календарь, и сейчас получается, они, ну хорошо, дома они играют против Урала, но потом просто матч смерти, факел Крылья Советов вообще. Но, не, ну там много интересных матчей, там и Химки, Урал интересный, да, тоже. Потому что Урал-то тоже, я говорю, как сложится, потому что они сейчас с конкурентами две игры играют. Ну, в принципе, если они их рассматривают как конкуренты, ну да. Сейчас они едут в два, у них крылья, они едут, да, и потом они, по-моему, с Химками играют. А Химки как раз, вот результат вчерашний для Химок хорошо, потому что я посмотрел, при одинаковом количестве Химки выше, потому что они в первом круге, они 3-0 обыграли Нижний. Угу. Поэтому Химкам надо за две игры сейчас сократить, ну, на два очка как-то. То есть надо, чтобы они выиграли, а те сыграли в ничью. То есть вот такое должно произойти, и тогда они выходят на решающую игру. Все они обыгрывают, то есть улетают туда. Ну, то есть там расклад такой, ну, очень веселый. Слушайте, ну вот про Локомотив без Дзюбы, как он вам? Ну, я тут, мы уже один раз говорили, без Дзюбы, я бы говорил Локомотив с Игнатьевым. Но это вот две разные вещи. С кем? С Игнатьевым, ага, в атаке. Ну, Игнатьева его ставят, но его совсем нет, хотя у него при 0-0 был момент. Ну, там рикошет, и там вот, кстати, Ломаев, ну, повезло. Как он сначала ему в ногу здесь попал, потом он ногой выбил, там Миранчук мог добить. Но, ну, вот ты смотришь, даже вот ты просто, я бы говорил, Локомотив с Дзюбой и Локомотив с Игнатьевым, ну, с другим нападающим, да, ну, то есть это разные вещи абсолютно. Вот, но, с другой стороны, он сделал замены в перерыве, он брал Игнатьева, брал Миранчука, вышел Изидор справа, слева, Камано остался вправо. И Глушенков стал играть как, ну, как вот они два нападающих, как бы, ну, хотя не являются такими вот выдвинутыми нападающими, то есть они такие блуждающие, Глушенков и Жамалетдинов. И у них там пошло гол супер, они забили, как бы у них поменялось. То есть здесь вот такой вопрос, Ваня Игнатьев, когда вот он в составе выходит, ну, его, ну, не видно его, потому что он, ну, потерян, понимаешь, то есть это не сравнить там с Дзюбой вообще близко. Я даже не про то, что там момент, у нее моментов-то, ну, не было, а вот как, ну, как по игре. То есть ты в Дзюбу отдаешь, ты понимаешь, отдаешь, он тебе сохраняет эти мячи, там сбрасывает, и, ну, как бы для команды даже, для игры команды. Вот, и, ну, они неплохо отыграли, я говорю. То есть, ну, более напряженные, конечно, по результату были крылья. Это было видно, и было видно. То есть, они, я так думаю, там у них проскальзывало, елки, сейчас опять там на последней минуте, сейчас что-нибудь получим, какую-нибудь ерунду. И проиграем, и как бы, ну, вот такой психологический, но это очко очень там важно, вот именно психологически для крыльев. Локомотив, они в свою игру сыграли, ну, тоже качественная игра, но, ну, ну, так, на моментами, ну, так очень прилично выглядит Лок. В плане держания мяча, передачи вперед, игроки разворачиваются, ищут туда в обострение. Вот, и, ну, для них еще и результат, для Локомотива результат сейчас уже
Ну, не так, ну, не горит вообще никак. Слушайте, ну вот получается, у нас вот эта весна, которая была там, когда Пеняев, Глушенков и Дзюба все вместе, да, то есть Пеняев, Глушенков — это скорость. Вот сейчас не было как бы Пеняева, ну, Дзюба, да, это не скорость, это центр-форвард. Ну что, они медленнее играли, да, потому что же Жамалетдинов вышел в основе, Миранчук вышел в основе. Как вам этот такой вариант? Ну, как скорости нет, Миранчук играл левей, Жамалетдинов играл как десятка. Ага. Ну, там они иногда там менялись. Но это не сказать полузащитники, то есть это для, ну, для командной игры это в принципе лучше. Вот у них она и получалась, в принципе, первый тайм, они как бы, ну, владели. В быстрой атаке они там особо не убегали, потому что скорости действительно нету. Ну, хотя Игнатьев быстрее, чем Дзюба, да, и, ну, Камано, он у них в принципе в составе играет сейчас. Да. То есть был он быстрый, сейчас я такой быстроты не вижу, ну, как бы скорости, да, такой, что он там скоростной. Взрывной. Но все, они исходят из того, кто есть, и они как бы готовят под эту игру. То есть, если у тебя играет там Миранчук, например, нет Пеняева сейчас, они там более комбинационно играют. Но все равно, видишь, они ну, гол-то не забили, они вылетели как быструю атаку и включили скорость. И Камано, но в основном там включился Глушенков. Третье оповещение надо смотреть, нет ли там чего-то. Из Динамо сообщение. Так. Вот. И... Не из Динамо, нет? Нет, пока не из Динамо. Так. А то, ну, просто как бы... Не-не, надо посматривать, конечно, сейчас. Самосознанно. Времена, мутные просто времена настали. Просто в прошлый раз, когда был Рубин, там вдруг внезапно Мартынович появился. Ну, игроки качественные, Локомотив. Но нет Дзюбы, там они по-другому чуть там играют. Да, фланги не быстрые, например, полузащитник играет, либо Миранчук там... Ну, Изидор вышел, я считаю, тоже, ну, как он в порядке сейчас. То есть он выходит на замену, он, по-моему, четвертую игру выходит на замену, четвертую игру забивает, делает результат. Подбор хороший, как бы, они, ну, действительно, они ожили, и хороший подбор игроков, вот. И сейчас результат не стоит, как бы они так играют. Ну, играют, ну, на кураже. Хочется играть, ну, как вот Ахмат, мы говорили, вот хочется играть. Результат, когда не нужен, вот ты в отпуске, головой ты в отпуске. Уже, да, там доиграть, не готовиться, нету настроения, не играть, не тренироваться. А есть компания, которая, вот Локомотив, можно сказать, там Ахмат, они тренируются с удовольствием, и результат есть, и играют с удовольствием, и все делают с удовольствием. Ну вот давайте, Динамо-Ахмат все-таки, ну ничего себе, Ахмат прет, да, команда в ожидании матча с... со своим любимым в кавычках тренеров, я вижу, особенно бил копытом Андрей Семенов, к сожалению, он не сыграет, он всегда рад ответить на мои вопросы в миг-зоне. Ну вот, что, как вы это можете объяснить вообще, Динамо 0-3? Ну как объяснить, мы уже говорим, они так играют, все, ну, они весной так играют, ну как объяснить, вот мы можем там, ну, как-то предполагать. Но то, что это иностранный тренер, который такой длинной зимней паузы у него никогда не было, они всегда играли. То есть вот он с этим столкнулся. Если мы иностранцев посмотрим, мне кажется, чуть-чуть на одну строчку по сравнению с, ну, перед паузой, по-моему, улучшил только Краснодар в позиции, где иностранцы тренеры. Остальное все как бы ухудшение идет. Может быть это, может быть... Ну, не знаю, но тут, понимаешь, когда идет, но все равно ты когда наверху, вот как вот, что проще, наверху идти или там внизу, да? То есть внизу просто ты реже выигрываешь, у тебя больше ситуаций, когда надо, ну, как-то включать, ты проигрываешь, очки не набираешь, у тебя сплошной негатив. И вот тебе надо в этом негативе жить как-то. Ну, наверху то же самое, просто ты реже проигрываешь. Когда вот ты в Краснодаре был, например, тебе каждую игру надо выигрывать, да? То есть у тебя просто ты меньше с этим сталкиваешься, но у тебя две игры, например, не, ну, там, результата нет, и ты в этот негатив быстро заходишь. И из него надо быстро как бы выходить. И каким образом выходить? Потому что там все же по-разному себя ведут. Кто-то, может быть, игроков ты начинаешь обвинять. Бывает такое, знаешь, бывает из-за индивидуальной ошибки какие-то, да, где ты объяснил, и ты игрок знает, и он это делает, да. А есть... В общем, ну что там за футболисты, что вы там сопли жуете, что там соберитесь. То есть, знаешь, вот такой подход может быть, манера, знаешь, на что футболисты тоже реагируют, может быть, не так. Может быть, что-то они не понимали, что от них там хотят, например. Тоже ситуация у игроков, например, ну, Захарян, мы вот по составам говорим, но смотри, да, это вот, когда эти уехали? Кто? Шиманский? Да. Не, ну Шиманский уехал уже давно.
Ну давно, ну ладно, они были у этого, да. То есть команда как бы поменялась. Да. Ну как бы поменялась, ну, давай вот мы сям середину тройку, потому что схема одна и та же. Что при Шварце, что при Юкановиче. Расположение игроков то же самое. Хорошо, там был Шаманский. Ну, по мне, вот, ну, то есть кризис Захаряна, но это к нему вопрос. Ну, ты должен, молодой парень, ты его должен дергать и разговаривать с ним. Вот, как вот в свое время Федя, когда вот начал, вот в Краснодаре было, то есть ты должен больше разговаривать. Когда он начал, ну, там, убегать, там, это, ну, знаешь, как вот чемпионат мира. В углы впереди, вы имеете, да? В углы, да, хотел себя проявить, впереди чемпионат мира, разговоры пошли, то Зенит, то еще надо выставить в чемпионате мира, и начал что-то делать, я с ним разговаривал, ну, так, ну то есть чаще, чем, как, ну, как обычно это происходит. Здесь то же самое. Ну, по мне, он как десятка на месте Шиманский, например, Захарян, если он в порядке, ну что, он совсем разобранный сейчас. Ну тоже это не, ну, не к тренеру вопрос. И к нему, ну как к нему тогда разговаривать? Ну то есть, когда молодой парень, понимаешь, это вот работа тренерская, когда ты видишь, когда у тебя все идет, там может быть часто и не надо там особо много, там, знаешь, индивидуально, когда так все более-менее нормально. Но все равно там индивидуально разговаривать. Молодой парень, может быть, с родителем, там, или кто, вот там узнать, кто влияет. Например, ну это работа. Там или, ну я не знаю, агент это дернет. Сядьте, поговорите, ребят, какой все забудь там Челси, давай, ну как стимульни его, там говорят, что он там гуляет сейчас, там, знаешь, там тусовки у него, там это, ну режим, здоровья не хватает, так вот гуляешь, если, ну я не знаю, может быть, это просто на голове, может, его там, знаешь, пару раз увидели там и понеслась. Да, ну там... да, это вы, как вы в Монако с Николой Бертином. Ну да, ну не, ну мы-то каждое воскресенье выходили и бегали, и играли, понимаешь, у нас здоровье другое было совсем, да. И мощь там внутренняя, она другая была совсем, и возраст все-таки не 20 лет был, а 22. Это большая разница. Это большая разница, конечно, да. Ну и музыка была другой, и как бы да. Ну да, нет, ну может быть это слухи придут, но слухи тоже. Там-то как послушаешь группу «Комбинация», так ноги сами на поле. Нет, но я в Италии я «Комбинацию» уже не слушал. А что вы слушали? Ну я не помню. Ну вспомните. Рамазотти я слушал. Кого? Рамазотти. Ты знаешь такого? Эрос Рамазотти? Эрос, да. Ну, можно такой... я петь не буду, а тут сейчас скажешь еще напой. Вот, это давай, о Соле Мио? Мысль уйдет. Соле Мио, какой Соле Мио? А что? Соле Мио, это Паваротти вообще-то. Ну извините, это вы разбираетесь. Ну Сергей, хватит, все, поэтому... Хорошо, закончу. Да. Только я здесь разбираюсь в этом. Вот. И здесь работа, понимаешь, молодой парень, я говорю, он же тоже и читает, но у него там критика, да, там, что не бегает, там, что тусуется, а может он и не тусуется, еще что-то, ну как-то в себя приводить, но это разговорами только. Угу. Понимаешь, может быть, ну как-то вот. И тогда ты говоришь, ну у тебя уехал Шаманский Захаряна сюда, в эту позицию. И, ну, угу. По мне, это вообще его позиция десятка. На мой взгляд, он не с фланга. У него нету этого скоростного дриблинга, у него дриблинг с места. Ну, считаете, что у него тонкость такая есть в пасе? Ну, у него есть тонкость. Я думаю, что он и отдать может. Ну, мы, по крайней мере, мы это видим. Он завершить, он может, он пробить, может, из-за штрафной. Он туда должен ближе быть к воротам. Да? То есть в обороне ты вот в этой позиции ты должен. Он понимает, сколько сил надо тратить на оборону, должен игрок, да, то есть для этого он должен быть организован, он должен понимать, как двигаться. Дальше там, например, уехал Муро, но есть, ну, Фомин играл, Муро, или Моро, да, но взяли Нормана, ну ладно, травмы. Я понимаю, потому что ты знаешь, как вот про травмы. Я сейчас не, вот, Галицкому спросите, как вот к травмам он относился, потому что когда я пришел, было очень много травм. И он мне сказал, да, давай разбирайся с травмами. Потому что не надо, что-то, чтобы доктор там что-то прописал там, или еще что-то. Говорит, вы давай садитесь и смотрите, почему столько травм. Потому что ты вот же по-разному. И мы начали смотреть. Мы начали, вот, например, на паузу есть на сборную, да, там 3 дня выходных даешь, и потом они приходят после 3 дней. У тебя 10 дней тренировочных до игры. В основном все нагружали. То есть тебя нагружают, там 3-4 дня, потом ты играешь под нагрузкой товарищескую игру какую-то, потом у тебя выходной, и подходишь уже к официальной игре, и сборники у тебя там возвращаются. На этой теме у нас, когда мы грузили, у нас сломался игрок, например. Ты тогда регулировать начинаешь вот это. Ну, например, ты говоришь, а когда, кто ломался, в каких ситуациях? Кто-то на тренировке, кто-то на разминке. Ты тогда корректировать начинаешь разминку предыгровую тренировку. Нагрузки, когда ты даешь, да, то есть там по-другому чуть, ну, как бы смотришь. И все эти вещи, они к тренеру тоже относятся, по крайней мере, вот у меня было так. И мы начали с этим разбираться, мы какие-то вещи поменяли, которые могут, вот, может быть, действительно из-за этого. Разминка перед тренировкой, перед игрой, предыгровая. Это восстановление, то есть они не должны уезжать.
Но получается, у нас вот доходило до такого, но мое мнение было, что ты должен, не должен заставлять их, но ты должен донести до них. Это тоже доктор одно слушает, а другое дело тренер. Если тем более ты не проходил. Должны уезжать, не понял. Ну как, потренировались, у тебя через тренировку, твой друг Панюк, Андрюшка. Я еще из поля не вернулся, а он уже все, он уже с барсеточкой, он уже все поехал, понимаешь? Тоже, это в Краснодаре тоже тема была, там же какая база? Там же все для восстановления есть, а кто-то раз, ты смотришь, уже поехал. Понимаешь, говорят, доктор, скажи, там у нас целая история была с этим. То есть я говорю, ну нельзя заставить, ты не можешь сказать, что там тренировка закончилась, первый, который уедет домой, это должно быть через час. Но они пойдут, Вовка, как Вовка, Володька, пойдет там в нарды играть, понимаешь? Ну то есть это вопрос тоже такой серьезный. То есть они должны проникнуться тем, что надо, ну, надо восстановиться. Есть ли игрок, который играет лучше в нарды, чем Вальдемар? Да я нарды вообще не моя тема, я не знаю. Вот. И тоже тема, потому что, конечно, вот у него травма, сейчас в игре просто два центральных сломалось, да, и вылетали, Норман у тебя приехал, тоже самое, сломался, хотя ты должен на него рассчитывать, но Норман игрок, но сейчас вот он с Лишняком, например, над всем этим стоит тренер. Я говорю, ты что, сейчас опять скажешь, что ты там расскажешь, ну посмотрите, сколько травм было в Краснодаре до прихода. Ну я-то это все, я как это все знаю. Потому что я тебе говорю, над этим надо работать вместе с врачами. Нельзя сказать, у нас меняем тренерский, этот, медицинский став, там всех увольняем, потому что у нас много травм. Это совсем ни при чем. Ну то есть это вообще не выход. Если уж там совсем не смешные там какие-то. Вот. И это все туда накладывается. Понимаешь, то есть ты, а когда ты начинаешь, ты можешь на конфликт пойти, когда что-то говоришь, да, там что-то вскипело, а тебе могут ответить. Вы не знаете, Федю вы не знаете. То есть там, я знаю, как общаться с такими, ну, ребятами непростыми. Но это вот Мамаев, то я опять же, что Краснодар, потому что Володька тот же, тоже. Это все такая история. Ты что-нибудь не туда пойдешь? И ты потом не выправишь, то есть если там уважение потеряется, ты где-то обвинишь не по делу, еще что-то, то есть надо разговаривать, не подыгрывать, понимаешь, а все равно быть над ними. Но это вопрос, вот я на него смотрю, но я ничего не говорю, но мне кажется, быть над ними, это вообще не его история какая-то. Вот у меня такое ощущение было, вот, даже на вид, знаешь, вот как-то он вот сам по себе, я не знаю. Вот, и над всем стоит тренер, и на медицину, там, эти самые разминки те же самые. Вратари, мы говорим то же самое, не туда, как они прыгают, а вообще все. Понимаешь, когда ты наверху, для тебя три поражения, там, или там в трех играх два очка, это уже катастрофа, это уже обострение. Если здесь 4-5 проигрывают внизу, там нормально все, там даже слова никто не говорит, там они, ну ты как-то выходишь, другая история. То есть здесь ты в кризис быстро входишь. Потому что если ты хочешь в тройку попадать, тебе нужен результат. Вот у меня по этой истории. То есть у тебя не Норман пришел, вот такой животный, травма. И эти переломались все, травмы. Опять же, не основной, но над этим надо думать, над этим надо, это надо смотреть. Дальше, я говорю, Захарян зачах у тебя, да? То есть разобраться, там Федя играет, у тебя Тюкарин. Ну, то есть у него, знаешь, как на автомате, он, вот я прям знаю, состав я смотрю, я тебе сразу говорю, какие замены, если будут проигрывать, что будет. Вообще ничего не происходит. То есть его Фомин игрок, в принципе, ну, нормальный, да, то есть фланги у них нормальные. Ну, тоже Макаров тоже зачах вообще. То есть ему тоже там мощь какая-то нужна, то есть парень странноватый такой, ну такой, знаешь, своеобразный, тоже там какие-то эти нужны. Разговор. А как ты разговаривать будешь? На каком? На ломаном русском, например, если ты говоришь, да, через переводчик, там, ты разговариваешь вот в таких ситуациях, это очень тяжело, ты не можешь, вот мы с тобой разговариваем, эмоции, вот я там руками там что-то машу, там, ты, да, интонация, ты это все смотришь. Ну, я что-нибудь спрошу. Да, и тут такой переводчик, знаешь, еще вопрос, как он говорит вообще, как он переводит, он вообще футбол понимает, вообще смысл, что надо переносить, доносить, и до команды в том числе. Понимаешь, когда у тебя серб говорит на английском, я слышу, как он на английском говорит, как это все происходит, это все сложная тема. Это не надо говорить, а как же в Европе? В Европе вообще переводчиков нет, так на всякий случай, там все говорят на как одном языке. Как бы вы сказали Федору по-итальянски, Федор, давай поговорим с тобой об игре центр-форварда. Parliamo come gioca centrocampista, ой, атаканта, централь. Кстати, центр и центр у них смешно, центр. А ты знаешь, как у них крокодил будет? Я думаю, разбой. Кокодрило. Кокодрило такой. Что это за язык? А знаешь, как бегемот будет? Давайте.
наш друг. Да. И по потому. Это вообще, я когда вот я думаю, что это за слова вообще какие-то. А знаете, вы его встречаете и говорите, как? И по потому. Чао, и по потому. Так. Ну вот. И я говорю, очень много вот этих вещей, когда ты наверху должен быть, и у тебя не идет. Вот. И не пошло. Все. Ну, я думаю, что все, управление потерялось командой. Потому что ты все равно должен чувствовать, ты даже вот когда заходишь, ты когда начинаешь говорить, ты вот прям по лицам смотришь, и ты понимаешь, что вообще происходит. Угу. Вот. То есть такое ощущение, что когда же он свалит уже, да, у футболиста? Ну, я думаю, да. Или может быть, а может по-другому, быстрее бы ты свалил уже отсюда. Может и такое, мы не знаем. Но вот то, что я вот на поле вижу, я говорю, потери, просто потери игроков. Если мы говорим там про Шварца, ну, Захарян вообще другой был. Ну, была у тебя история с Челси, ну, ты поговори. Ну, только я не знаю, вроде он играл на уровне где-то, это самое. Что на уровне? Ну, я не знаю, играл как игрок, он вроде как-то где-то был. Ну, то есть это тоже важный момент, что если ты играл, то есть ты ему как бы да. Ты на равных разговариваешь и понимаешь. То есть игрок чувствует, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, потому что ты сам это прошел. Да. Вот здесь вот, может быть, как бы плюсы тех, кто играл на уровне, если даже, ну, и чем выше уровень, тем как бы игроки больше доверяют. Так. Вот, вот получается. Вот такая вот история. Тоже про Шварца. Я говорю, Шварц, там сейчас начинается, давайте вернем Шварца. Ну, давайте вернем Шварца. Только почему-то все кричат до зимы, а после зимы, ты знаешь, вот мы вчера-то были тоже, затронули тему как раз увольнения на матч ТВ. Да. Они после паузы зимней при Шварце, тоже опять же зимняя подготовка. У них тоже плохая история. Три очка у них было до «Зенита». Там орали все так же, как этой зимой орали про «Спартак». Да. Конкуренция «Зениту» составить. Более того, я вспоминаю слова Андрея Воронина, который говорил о том, что если мы так пройдем весеннюю часть, как осеннюю, мы будем чемпионами. Нет, ну нет, хорошо. Просто они потом проходят, и вот так... Они просто в пяти играх последних, у них четыре поражения. Мы их поехали в Урал, мы их обыграли. Ты был на игре. Да, я был, 3, ну 3, я 2. Же, да, я же с вами даже 3, переговаривался. 2, мы их обыграли. Просто вы делали вид, что вы меня когда, не знаете. Да, когда вы боролись. Не хотели давать мне интервью. Ну, это я так затронул, что типа мы молодцы тоже. Вы не давали интервью. Ну, Сергей, и 5 игр, то есть из 15 они в конце набрали, из 15 очков в концовке набрали. Мы, кстати, 3. В очень хорошем стиле их обыграли тогда. Ну, 3-2, ну там да. Начали, ну неважно. Игра тяжелая. И получается, так... что? И получается, что они отпустили даже второе место. Когда все кричали, что они с «Зенитом» должны бороться, они вообще это прощелкали. И тут начинается, давайте вернем Шварца, потому что у них там какая-то игра. Я говорю, подождите, а почему вы смотрите до зимы? А после зимы вы не хотите посмотреть на это все? Так, ну, мне вот, кажется, что... Не то, что я думаю, да? Нет. Не то, да? Я опять же, я говорю, я не падаю, давайте это. Ну давайте, опять вот говорили по назначению. Сейчас я не знаю. Телефон упадет. Пожалуйста, да, все-таки дорогостоящий аппарат. Вот, и то же самое. То есть там Шварц молодец, но молодец, мы почему-то плохое мы не видим. А вот хорошее, которое до конца не доведено, мы как-то вот на это смотрим. И сейчас по назначению, если вот два слова тоже, я не знаю, как там, вот кто будет назначение, вот там говорят Николич, там еще что-то, как это все, вот кто решает, Бувыч остается или не остается, спортивный директор, да, то есть, и вот отсюда идет вот эта вся тема, там, посмотри, спортивный директор, кто будет принимать решение, кто выйдет на тех людей, кто им будет представлять этого тренера, да, кто им будет советовать. Очень сложный вопрос, тем более вот у «Динамо», например, я не знаю, кто там решение принимает, но если там «Зенит» понимаем, да, вот как «Спартак» сейчас тоже не понимаем. Вот, и такая сложная тема, но «Динамо», ну, на самом деле, ну, тем более, ну, как бы 100 лет я тебе говорил, что это уже не стимул, но на одну игру как-то собраться, ну, они даже на эту игру не собрались, понимаешь? И я же тебе говорил про лица, потому что лица, они говорят о многом, когда в игре, когда человек потерянный, видно, или когда он злой настроен, знаешь, по крайней мере, там, биться, да. А игроки техничные, ну, то есть там надо так складывать, знаешь, они переигрывать должны, они должны перебить соперника и перетоптать. Ну, ты просто на игроков посмотри, они должны переиграть. Этого вообще нет. То есть, опять же, это работа над там, позиционной атакой. Ну, игроки, если у тебя мастеровитые, да, ну, злость там добавится, она уверенность добавится, если они будут понимать, как вообще позиционная атака как выглядит, как создать момент и так далее. То есть, вот так в совокупности получилось так. А Ахмат, не, ну, как бы все, он ушел, ну, и лопнуло терпение. То есть, я сказал уже тоже, говорю, ну, а что, 3 тура вроде как осталось? Я говорю, что, ну, они уже, говорят, ну, все уже, вот, хорош.
это самое, ну, эмоциональное, но оно уже было выношено, это решение. То есть это вообще последняя капля была 0-3 от Ахмата, которому ничего не надо. Ну, вот, и тем более прошлый в 100 лет, там, ты факелу 0-2 проиграл. Вот. Ну, вот, поэтому по Динамо вот так, не знают. Конечно, будет зависеть от того, какой выбор они по тренеру сделают. И дальше уже на этом там будет завязываться будущее Динамо, там же трансферы, да, то же самое, ты же там, ну, тренер, вот как там стиль какой, каких игроков брать, кого там менять, кого отправлять, но это все, ну, тренер, надо им определяться, не знаю, когда они определятся, сейчас, чтобы посмотреть три игры, там пусть три недели посмотрит на игроков и дальше садимся там разговариваем, или может быть там доведет кто-то второй там человек какой-нибудь там тренер. И потом они уже будут спокойно садиться и решать. Не знаю, как это все будет. Но Динамо по этому году, конечно, печальная история. Опять же, по мне, ну, игроки, ты смотришь, если все в порядке, то это, ну, в тройке должны быть. Вот. А по, ну, по Ахмату мы уже говорили, все то же самое. Настроение классное, кого там нету, есть там Нене, веселый Нене опять вышел, Канате, ну, игрок. Ну, вот и вот сколько моментов у них было. Да. Куда, как они туда отдавали, даже Карапузов, там он справа играл, там Карапузов, он просто в отвал, то, что мне нравится, там прям там такая дырка только есть, он прям в ногу Канате этот момент, когда это сломался с Сазонов, и у них все расцветают, то есть там все зачахли в Динамо, а здесь все расцвели. Угу. Роль тренера, ну я думаю, что не маленькая, конечно, роль тренера, и там, вот в том состоянии, в каком находится команда. Вот, и Андрюха тоже там, я поговорил, тоже настроение хорошее. Он не играет, да, я как-то я не дослушал. Ну ладно. Вот, поэтому у них. Не, все... Семенов, да. Он не играет следующий матч. Ну, я и говорю, да, не играет, да, следующий матч. Четвертая карточка, и он очень расстроился, потому что не сыграет против Талалаева. Он хотел бы ему, да, видимо, лично засвидетельствовать. А он поедет туда? Кто? Талалаев. Конечно, да. Конечно. Все? Билет, да, говорили, что да, он отправится. Купили билеты ему. Да, ну да. Ладно. Вот. Ну, вот такая вот тема. Как бы, ну, радует глаз, я говорю, то, что в принципе ничего не надо. Ну ты, а ты дальше давай посмотрим. Мы внизу говорим, там расклады будут непонятные. Да. А ты вверх посмотри, они в четырех очках от третьего места. Третьего места, да. Так что и там тоже весело будет. Но веселье делает не то, что оступается где-то Спартак, и Ростов не вытянет. Ну, там, ну, второе уже точно со вторым, да, местом все понятно. А веселье дает то, как себя чувствует Ахмат, которому в принципе ничего не надо. Ну как они играют, я говорю, как, ну, Локомотив, по крайней мере, они набрали, им надо было вылезать. Да. И они как набрали этот ход, а Ахмату тоже давно ничего не надо. Уже понятно, что где они, в принципе, это середина, а тут они раз и туда, наверх. Но посмотрим, ну, весело, видишь, и там Ахмат. Ну, красавчики, может, слушайте, развеселить. Матч «Факел» Пари НН, тоже команда, которая «Факел» третью победу подряд. Что вы увидели в этой игре? Ну, я увидел, вот я сидел, они же параллельно шли, Ростов, но я Ростов там тоже посмотрел, параллельно, и я посмотрел 10 минут. Я не могу. Но я говорю, я понимаю волнение, я понимаю, что ни тем проигрывать нельзя. «Факел» вообще, ну, «Факел», если выигрывает, вообще вылезает из зоны стыков. И они играют дома, то, понятно, Нижнему не проиграть было важно. И я смотрю, я понимаю, что в принципе просто, ну, упрощенная игра и у «Факела» упрощенная, и, ну, по сезону, да, я не думаю, что там прям по игре Евсеев сейчас, ну, там что-то может изменить, но я думаю, как бы схема та же, игроки те же, ну, вот они играют, и там, то есть, ну, как бы схемы наложились, там, 5-3-2 и те, но я смотрю. И я так, знаешь, мне в голову, я говорю, если ты не болельщик «Факела» или «Нижнего», ну так ты нейтральный человек, я говорю, это смотреть невозможно. Я начал, вот если убрать защитников, я 15 минут я смотрел, и вот тебя поймал, а я думаю, дай-ка я посчитаю передачу. Ну потому что раз-два и длинная туда, раз-два и туда длинная, эти там отбирают, раз сразу теряют. Ну как бы «Факел» с преимуществом где-то играл, ну с территориальным, да, не мячом больше, где-то там владеть, наверное, ну то есть это защитники. Я реально не насчитал за 15 минут, чтобы команда сделала 5 передач, ну больше 5 передач, но я не брал, когда защитники вот так катают, то есть туда и между собой что-то, ну я не считаю. И я так вот туда, на Ростов, думаю, да я чуть отдохну там от этого футбола, посмотрю Ростов, но все равно тянет туда, знаешь, все равно, ну как бы так, заруба такая. Вот, и ну как бы качество, ну тут обсуждать нечего. Ну вот момент надо отметить, Гангадзе, по-моему, когда Гацук там чипнул, он
Там кто-то сказал, говорит, он поторопился. Я говорю, Клоп поторопился. Причем если поторопился, у него мяч вылетает, ему надо бить в одно касание. Ну просто чуть помягче. То есть он сильно, как бы он хотел перекинуть, а там, может быть, было ткнуть вот просто вот сюда, ага. чтобы он не успел сыграть вратарь руками. Вот момент один, и все. И я так вот и думаю, я говорю, ну это точно решит, ну какой-нибудь дурацкий пенальти. Я говорю, либо рука какая-нибудь, либо вот о чем мы говорили, наступы, вот это да. все. И смотрю потом пенальти, но опять. А ты знаешь, как вот одно время руки были, потом одно время, как ты помнишь, наступы пошли один за другим, да. по пять там за тур. И сейчас видно опять, видно тебя посмотрели, я сейчас не вижу такого. Но этот, видишь, ему надо было переводить. Что? Ну как там отбирать мячи? Ну как вот он опять бежит, мы обсуждаем, он иностранец, этот парень сделал пенальти. Ну что ты делаешь? Ну как ты видел, он опять еще в припрыжку куда-то и прям хочет и в мяч него, сыграть. Да. Тут опять ногу подставляет, бум, ну чисто, я не знаю, что они там смотрели. Ну то есть вот для меня чистый, когда вот ты видишь вот эту ошибку. Когда не успевает. Говорим, когда не успевает и хочет сыграть в мяч, и либо протыкает игрок, либо он подставляет ногу. Это все. Там даже не надо вообще ничего смотреть, ни силу удара, ничего, это просто косяк обороняющегося игрока. Но это нападающий прибежал, помог. Вот, пенальти, и потом опять я на Ростов, опять думаю, надо возвращаться. Я там, ну, я отдыхал как-то. А там опять пенальти, но потом посмотрели, отменили, да? Да, этот момент, ну, там вот смотри, там не было, что он опережает вчистую, и ему играют по ноге. То есть так получилось, что, ну, такое очень редко бывает, но... Они как бы вдвоем, ну бывает, знаешь, вот два голеностопа идут у тебя, и они вдвоем как бы сыграли в мяч, то есть там они как будто так столкнулись, да, но играя в мяч и тот, поэтому я считаю, что правильно отменил, но за такой нельзя было в такой игре тем более ставить. И потом я смотрю, вот это тоже прыжки, сейчас вот мы выходим, да, прыгает Марков. Ну ты выходишь, я понимаю, что надо биться, но я говорю, ребят, ну голову ну, включайте, ну ты на карточке уже, ну все, вообще чистый. То есть вот эта отмашка в прыжке, тем более, я говорю, защитники, они уже хитрее стали, они уже чуть... Специально не, да, они так раз, как будто прыгает, остается, ты выпрыгиваешь, у тебя рука тебе просто в лицо. И тут я говорю, вот сейчас пойдет то, что надо. И тут я уже увлекся, когда началось грузилово это. Но спасение, ну, там вратарь, конечно, побежал. Там надо было, ну, нам, и опять же, я не вратарь, кулаком. Потому что когда ты лезешь перед тобой игроки, ну, там ничего не было. Он побежал на судью, на своего наткнулся. А Свинов, да? Ну, да. И там парень от Гацук бил. Парень спас там. Там, я представляю, это. Ну, там уже, знаешь, интересно. Игры, понятно, никакой, но идет навал, знаешь, эти в десятером. И вот тут я вот уже удовольствие получил такое, знаешь, ну, про футбол мы не говорим, а вот этот навал, то, что Спартак в концовке делает, да. Последние игры. Туда бодали, там 8 минут добавил. Но весело было. Я говорю, это не футбол, важнейшая игра, я понимаю. Конечно, оно, если бы поспокойнее все было, там хотя бы одна команда, то, наверное, может быть, как бы рисунок игры, может быть, ну, хотя вряд ли, я думаю, так бы и было. То есть такая коса на камень, но преимущество, опять же, закономерно, потому что это болельщики, это своя поляна, то есть этот ажиотаж, ну, как бы ты дома играешь, и, ну, наверное, ну, и вот я хотел, чтобы «Факел» выиграл, я не знаю, тут, знаешь, как обострение идет, и «Факел» туда вылезает, там сразу крылья и «Урал» да. может подтянуться, и здесь и «Химкам» дает надежду, что не зачахнет все, знаешь, у нас там в концовке. Вот, ну то есть вот такая игра, она эмоциональная, но я и веселился, знаешь, стоял, я и смеялся, как, ну знаешь, такая веселая концовка, вот, ну то есть там про футбол, ну, я ничего не могу сказать. Слушайте, Ростов-Сочи, что у вас, какие мысли по этой игре? Ну, Ростов-Сочи... Не, ну я так тоже, это, я понимаю и тренеров, и, ну вот если вернуться к Нижней, да, «Факел», ты, а то скажешь, сиди тут веселиться. Я сам был в этих ситуациях, когда ты бьешься за выживание, то есть ты так думаешь, блин, как бы только не ошибиться, дурацкий пенальти, только бы судья там не начудил, там, да, нам результат нужен. Хотя, так скромно скажу, что последние 5 игр, когда мы вот так висели, это были лучшие игры вообще Урала за многое время, когда мы просто по 2 за игру забивали и обыграли всех своих конкурентов, преимущество и в передачах, и в ударах, и во владении мячом, вообще во всем, то есть полностью переиграли, играли в хороший, красивый футбол, когда подвисали вот так, но состояние, неважно качество игры, ну, состояние, я представляю, поэтому, чтобы это не было, то сидит тут веселиться. Но мне, ну, как бы, ну, все равно было весело. Вот, а про Ростов,
Но видишь, не вытягивают. Блин, ну вот мне кажется, я говорю, ну очень сложно, вот если ты команду возьмешь. Ну, вы имеете в виду, что один выпадает, допустим, Осипенко, и уже тяжело? Нет, ну тут даже дело, ну не в Осипенко, вообще в настрое, ну очень сложно каждую игру вот этой команде. Потому что вот видишь, как настраиваться, вот как ты ЦСКА возьмешь, они же настраиваются примерно так же, как и ну и Ростов, ну видно, они настроены. Да. Но у них, они выстроены по-другому, и уровень игроков другой. То есть, когда у тебя уровень выше, ты вот при таком настрое, у тебя мастерство, когда выходит, какое у тебя есть, оно у тебя выше, и у тебя, знаешь, такое ощущение, что люди почти не напрягаются. Когда мастерство чуть пониже у ребят, ну, надо признать, ну, ты, ну, кого, ну, ты там выделить, ну, как, вообще ни одного иностранца нет, и каждую игру, ты знаешь, вот ты просто выдаешь все физически, эмоционально. Мне кажется, мы после каждой игры там надо дня три восстанавливаться всем, знаешь, то есть такие восстановительные тренировки, то есть они все. Они дают. Только три дня домой добираются. Ну да, они только три дня домой добираются, правильно. Вот, и поэтому я не удивлен, потому что Сочи, ну так, Сочи выиграли, проиграли. Ну там понятно, что Хохлов, они сейчас смотрят, ну как, что будет, да, понятно, что ему, конечно, акцент надо делать не на результат, а показать какую-то игру, постараться. Как-то потренировать, как настроить, чтобы были там передачи, какие-то, вот, какой-то комбинационный футбол. Но у них моментов больше было. У Ростова, я говорю, Ростов, мне кажется, уже выжил, и они сами думают. Вот, просто вот кто футбол не играл, сложно понять, знаешь, когда ты вот все время на пределе, а мастерство такое не очень высокое, и ты только вот за счет желания где-то там какого-то, ну пенальти все равно надо отмечать. Понимаешь, вот Камличенко там делает пенальти, да, делает результат, приносит тебе очки. Не делает, уже сложнее становится. Вот. И, ну, у них момент был, они начали, ну, нормально Ростов начал. И момент был один, и второй тоже Байрамяну не отдал, Щетинин, по-моему. Они так убежали, я думаю, ну, прям кати в ногу. И Байрамян прям входил бы один в один, бы оставался бы с защитником. Там могло что-то быть, прям они почти подряд. А Щетинин пробил. И все, и потом как перехват инициативы, и как бы поинтереснее, конечно, были. И, ну, по настрою, я говорю, ну вот у них они почувствовали игру в Сочи, и вот у них пошло, они так вот кураж поймали, и пошла игра, ну, у них моментов больше было, и в итоге они там дожали в концовке на 89-й, да. Забили тоже там Писяков, куда побежал, я не понял вообще, оставил ворота. В принципе, побежал, когда его накрывал, убежал туда там в пустые. А был бы он в створе, мне кажется, он бы потащил этот мяч. Ну, останься, и опять вот эти побеги туда, вот куда ты бежишь. Вот, и, ну, вот, будут биться за третье место, это как сложится. Сейчас им надо отдохнуть, ну, тоже тяжелые игры, по-моему, у них, и у Ростова. У них тяжелые, у них и Краснодар, да. Ну, там ничего непонятно, то есть у них сейчас одинаковое количество, как сложится, я даже предположить не могу, может, все что угодно. Но Ростов выжит, ну, прям очень. Но это как бы нормально, поэтому вот этим самым они, таким настроем, такой вот игрой, они заслужили то, что они там вообще, то, что они сейчас находятся, вот там, где они сейчас находятся. Mm-hmm. Потому что если мы составы возьмем, я тебе скажу, что очень много команд, которые по составу вот так на глаз, если взять в порядке эти, то Ростов, ну там, я не знаю, они седьмые там, где-нибудь там, восьмые, ну так вот по составу, да, видишь, а так они за тройку борются, за третье место. Вот, и, ну как бы уже сделали, ну у меня, знаешь, такое ощущение, уже ребята думают, вот, ну тяжелейший сезон, и бремя же, оно же, понимаешь, когда ты в середине, это одно, а когда ты там, подготовка, когда ты все время должен выигрывать, когда ты борешься наверху, все время выигрывать. И это очень сложно психологически тоже. То есть это чуть попроще. Правильно, Зениту, они привычные к этому делу. ЦСКА, я так смотрю, тоже себя нормально будут в этом статусе себя чувствовать. В плане восстановления, подготовки и как ты добиваешься результата. А этим тяжело ребятам. Вот. И поэтому они так думают, сейчас выжмем последние. То есть, мне кажется, последние игры будут, они все прям упадут на поле и будут лежать там час. Вот так вот отходить. Угу. И потом в отпуск, восстановление, что там дальше будет, не знаю. Вот. Ну, вот такие ощущения от игры. Спасибо большое.